Здравствуйте, это народный журналист, и я ведущая Татьяна Федяева. У нас в студии сегодня работает Анатолий Степанович Миронов. Добрый день. Здравствуйте, Анатолий Степанович. Рада, что вы к нам пришли. Мы сегодня будем говорить о науке. Вот начнем с такого высказывания. Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания. Это сказал Александр Герцен. И еще. В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех бедствий человечества. Это Карамзин. А, наши соотечественники, да. Что скажете? Молодцы, они чувствовали, знали, что действительно творческое вдохновение является источником жизни человека, жизни общества. И совершенно точные, справедливые слова. А вот как вам нравится, что и в награду получить тяжелый крест трезвого знания? Вот вы председатель правкома, как правильно называется? Профсоюзное объединение. Профсоюзное работников науки. Работников науки. И не только там у вас как-то еще. Длинное еще название. За сохранение и развитие научно-технического потенциала страны. За сохранение и развитие научно-технического потенциала страны. И сегодня об этом будем говорить. Сохранили ли мы этот потенциал и можем ли мы его развивать? Ну, давайте начнем с самого интересного. Вот, на мой взгляд, интересно следующее. Я тут не поленилась, нашла вот такие вещи. Недавно в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже был представлен доклад по науке до 30-го года. Этот доклад включает анализ всех показателей о состоянии науки в разных странах. Но больше всего внимания уделялось таким странам, как США, Китай, Индия, Россия, Канада, Южная Корея, Япония, Малайзия, ЮАР, Израиль и Иран. Им были посвящены отдельные главы. Так вот, выяснилось, что Россия по общим затратам на науку стоит на 7-м месте, вроде как не очень страшно. А вот по НИОКР это научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Мы стоим на 25-м месте, и впереди нас и Польша, и Франция, и кого только нет. Так вот, давайте мы вот от этих цифр начнем танцевать, да? И вообще будем считать, деньги, все или что нам нужно, чтобы развивать науку? Давайте вспомним, что за 25 лет произошло с наукой. Вот была передовая наука советская. Случилась революция, нам сказали, что науки у нас слишком много. Те деятели из Международного валютного фонда, которые давали денежки на знаменитая реформа 90-х годов. И первое, что было сделано, была уничтожена, по сути дела, отраслевая наука. Она пошла под нож самой первой и на порядок сократилось буквально за несколько лет число специальных конструкторских бюро, которые как раз занимаются вот этими опытно-конструкторскими разработками. И вот этот удар мы не могли восполнить вплоть до настоящего времени. А вы помните фразу Путина, когда он сказал, что там в Советском Союзе делали? Только галоши? Помните? Ну, может... Вот. Вот я напомню президенту, что, например, в 28-м году открытие квантовой природы радиоактивного альфа-распада, может, слов таких даже не знают, явление, известное с 1896 года, впервые получило именно в России, в Советском Союзе, революционное теоретическое обоснование. В 1937 году в Радиевом институте, это я насчет калош, в Ленинграде, запущен первый в Европе циклотрон. А в 1954 году испытан токамак, первая в мире установка для управляемого термоядерного синтеза. Знаете, я вот начала это все читать и думаю, это какая мощь была. Это вот просто... 1957 год. В Дубне создан первый в мире синхрофазотрон. В 1976 году на Кавказе, в Нижнем Архызе, установлен крупнейший в мире большой телескоп, способный видеть звезды 20 до 26 величины. Это что-то такое совершенно. Но я уж про космос говорить вообще не буду. Это к вопросу о калошах, что у нас, если чем гордиться, то только калошами.
Ну, это зря, конечно, такие сравнения калоши. Это цитата. Да, но действительно у нас есть чем гордиться, и кое-что осталось от тех времен, скажем, радиотелескоп, который в Архизе, он продолжает функционировать. Но, конечно, есть сложности и трудности. Так вот, какие сложности и трудности, значит, для чего вообще-то наука нужна обществу? Вот часто меня спрашивают, а вообще зачем? У нас нефтяная труба, самое главное, добываем нефть, качаем, денежки получаем, вот, и на них покупаем то, что нам нужно. Вот мы видим последние санкции, вот какие там все это, все эти разговоры о диверсификации, но почему-то, опять же, к науке отношение недостаточно серьезное. И даже в этой ситуации? И даже в этой ситуации все равно продолжается старая кудринская политика о том, что денег на науку не давать, вот сколько-то там процент от ВВП, условно говоря, выделяется, и этого достаточно. Вот вы крутитесь как хотите. А то и даже говорят, а вы ученые, зарабатываете себе, значит, на жизнь. Насчет процента от ВВП. В России от ВВП 1,13, а в Израиле, вот на Неокр как раз, в Израиле 4,21. Это вот эти данные. Страна понимает, что для развития нужно иметь задел научно-технически. Надо понимать, что происходит в мире, надо понимать, как давать, отвечать на те вызовы, которые государство и общество получает, и серьезно к этому относятся. У нас же отношения совершенно несерьезные, на мой взгляд. Вот так сложилось, что мы уже в течение фактически 17 лет, немножечко отойдя от тех жутких 90-х годов, остановились вот на этом уровне порядка 1%, который явно недостаточен, который явно не содействует тому, чтобы страна вышла и на конкурентоспособный уровень, если уж говорить языком рынка, или вообще самоуважающей себя страны. Ну, что надо делать? Вот я всегда этот вопрос задаю. И вот вы говорите, ужасные... Кажется, что не такие уж они страшные по сравнению с тем, что происходит сегодня. Ну, я помню. Почему? Потому что тогда была надежда, что, ах, вот это мы год пересидим, два пересидим, трудно, а потом мы сделаем этот рывок. А сейчас мы видим, вот за эти годы рывка нет. 90-е годы кончались чем? Мощной волной выступления работников науки. Если вы вспомните, были походы даже на Москву и спущены. Я сам участвовал в одном из походов таких, когда ученые ставили эти задачи перед той властью, которая тогда была, когда 3 месяца зарплату не платили, народ выходил, перекрывали дороги, и была действительно драматическая ситуация. Вот, с приходом к власти Владимира Владимировича, по сути дела, ситуация улучшилась. Но она зафиксировалась вот на уровне 2000-го примерно года. Она улучшилась немножко по сравнению с 90-ми да, годами. Да, с 90-ми. И зафиксировалась примерно на этом уровне, когда деньги были выделялись только на оплату труда и на минимальные коммунальные услуги. Ну, мы знаем, как налогам, все так, эти но это как не развитие. Институты. Институт основное помещение сдает. Какие-то конторы к нему прилепляются или какие-то дочки организуются, да? Да. Но это была, так сказать, слезы от недостатка денег. Вот на это пошли, конечно, на то, чтобы сдавать что-то в аренду. Но это не путь улучшения. Наука, она, вот я бы хотел сказать, что она две функции основные выполняет. Это фундаментально, это получение новых знаний о природе, об обществе, о человеке. И прикладная сторона, прикладная функция науки. Это когда вот эти вот полученные знания, они уже доходят до конкретных технологических ли разработок, или для того, чтобы управлять обществом, ведь управление обществом, это тоже глубоко не А2 там, или придумали что-то такое, вот кому-то что-то в голову взбрело. Это очень сложная наука, это очень сложная.
И здесь наша власть демонстрирует как раз ненаучный подход по совершенно многим позициям. Ученые говорят, но тем не менее к ним не прислушиваются. Ну, было бы странно, если бы демонстрировали подход, если приходят во власть люди, которые никогда даже детским садом не руководили, и вдруг они появляются, начинают руководить огромной страной. Поневоле вспомнишь, как росли раньше кадры, да, какой-то там бригадир совхозный, колхозный, потом он начальник. Ступеньки, Да. Он понимал, опыта, что такое и в то же время готовились кадры, были совершенно для руководителей по всем уровням шла подготовка. Причем подготовка такая качественная. А почему так легко сдали все это, а? Как вы думаете? Вот именно... Погоня за наживой, она затмила все. То есть те люди, которые пришли в управление нашей экономикой, как говорят, рыночной. Вот, и тот же властный, по сути, олигархат или представители олигархических кланов, они фактически заняли позицию нажива превыше всего, прежде всего. Под словом рынок, значит, монополизировали многие отрасли. И науку тоже? Науку нет. Науку я не вижу, чтобы монополизировали ее, приватизировали. Пока Академия наук, по крайней мере, держится, а те остатки отраслевой науки, которые сохранились в государственных научных центрах, все-таки здесь есть какая-то ответственность, и люди, в общем-то, удержали науку в этих местах. Вот такое все-таки отношение не рваческое в науке и есть. Но 3 года назад, в 2013 году, почему-то решили, что вот надо реформировать Академию наук, что там... Значит, люди живут для себя, академики, дескать, разорили страну, разорили науку и разорили все на свете. Это чистая фальшь, чистая ложь. И человек, который заявлял на заседании Государственной Думы, что она берет на себя ответственность за происходящие перемены, она уже... Так сказать, эту ответственность легко от нее избавилась, но... А кто это? Ну, голодец. Да, заявляла там, приводила цифры даже совершенно. И создали ФАНО, да? И создали ФАНО. Разделили, отрубили голову, значит, вот, тело и создали ФАНО. Значит, болячка эта, конечно, зарастает сейчас. И говорить о том, что в таком виде, как была, уже Академию наук не восстановить, конечно. Но есть другие варианты, чтобы переподчинить ФАНО, скажем, Академии наук, снова... чтобы это все-таки действительно была служба внутри Академии, которая занималась бы хозяйственными вещами. А научно-методическое, организационное воздействие все равно бы было в руках вот той иерархии ученых, которая сложилась. Анатолий Степанович, можно такой вопрос? Есть ли какие-то критерии, характеризующие науку российскую, скажем, за последние 10 лет сделано столько-то там фундаментальных открытий, там наука продвинулась, вот то-то, то-то. Вот когда мы говорим о Советском Союзе, есть что сказать. А вот когда мы говорим о сегодняшнем дне, что сделано? Ну, есть ежегодный отчет Академии наук перед правительством. Он заслушивается на общем собрании, готовится во всех институтах, он идет снизу вверх, по сути дела, что сделано по программе фундаментальных исследований. И вот эти достижения, они выкладываются на сети интернет, это можно ознакомиться каждому со всеми этими. Нет, это все понятно. А вот, вот вы а бы такие... сказали, вот что-то такое прорывное, что-то сделано. Ну, значит, таких глобальных вещей, ну, я все-таки профсоюзник, и меня больше волнуют заботы людей труда, так сказать, вот те, которые трудятся в науке, а сказать, я могу о своих сказать, что вот у нас, скажем, дистанционное зондирование, из космоса идет обработка вот тех данных, здесь методики отрабатываются, оценки пожарной ситуации, оценки... ну, всяких неприятных природных катаклизмов, да.
Вот. Ну и в этом направлении тут у нас даже очень неплохо российская наука смотрится, потому что идет обработка той космической информации, которая поступает. Вот, скажем, открытие, по сути дела, многих параметров солнечного ветра, это влияние на радиосвязь, влияние на космосе, когда космонавты летают, это важно тоже знать. Mm-hmm. Магнитные бури, космос. Вот то, что вот непосредственно в нашем институте, вот направление. Потом, скажем, волоконно-оптические системы. У нас мощное развитие получили как раз оптиковолоконные системы, вплоть до внедрения и, скажем, такое крупное предприятие, мощное, которое стоит не только в России, но и за рубежом. Иерополис, например, один из ведущих производителей оптоволоконных устройств, оно явилось следствием как раз развития тех методов, которые были ну, в нашем институте. Существует наука. Существует наука, благодаря или вопреки? Из нее. Скорее, вопреки, ну, тут, наверное, все можно. И благодаря тому, что все-таки господдержка не иссякла. А вопреки, это тому, что происки людей, которые считают, что ученые сами должны зарабатывать, это неправильная позиция. Вот как раз фундаментальная наука, она во всем мире исключительно из государственных средств, за счет государства она поддерживается. Это как раз изучение, получение новых знаний, оно не поддерживается бизнесом. А вот интересно, иногда очень, ну вернее часто можно услышать, что бизнес, вот должен бизнес вкладывать в это. Как вы к этому относитесь? Бизнес заинтересован в прибыли, заинтересован в тех разработках, которые дадут ему навар, как говорят. А если навара нет, а какие навары могут быть от звездных, там, космических каких-то вещей? Это либо удел очень большого бизнеса, очень больших корпораций, которые могут позволить себе, скажем, в аэрогидродинамике, это большие фирмы типа Боинга там, или у нас вот наши корпорации. Ой, слушайте, есть. Так, недавно знаю одного молодого человека, который работает в Боинге. Он закончил с отличием МАИ. И, кстати, очень с большим удовольствием берут наших ребят. И ребята эти идут, говорят, да, я работаю там. Вот мне как-то это становится некомфортно. Думаешь, учили? Я не о нем говорю, не только об этом парне. Да, понятно. Вы понимаете, о чем говорю? О системе. То есть здесь учатся самые лучшие, их выбирают, потом их приглашают куда-то. На фирму такую, и он начинает работать, потом он привыкает к этой системе, потом он привыкает к этой стране, он выучил язык, и мы теряем наш потенциал. Вот какие-то меры противодействия тому, чтобы утекали мозги, потому что нам недавно рассказывали, что сейчас они все к нам поедут. Но это не очень, как бы, верится в это. Ну да, они поедут, если будут условия. А та программа, которая вот несколько лет начала осуществляться, реализовываться, mm-hmm. она, вообще говоря, по масштабам очень небольшая. Ну что там, порядка сотни лабораторий фактически mm-hmm. поддерживается такое. А сотня лабораторий – это детский сад в большом городе. Поэтому это очень мало. Надо выращивать свои кадры для себя, развивать науку у себя. Деятельность научная должна быть в стране, которая заявляет о том, что мы суверенные, мы самостоятельные, мы свои отдельные проекты будем развивать. Какие проекты? Значит, вот это вот отдельный разговор, конечно. Вот. Но то, что мы видим при разработке стратегии, вот недавно была принята стратегия научно-технологического развития страны, сейчас вот буквально на днях была принята программа цифровой экономики, так называемая. Но мы это все в течение 25 лет уже видели. Ой, сколько стратегий было, сколько обещаний, сколько слов. Они начинаются, не кончаясь, они где-то прерываются, заменяются новыми. И вот такая вот последовательность, неорганизованная последовательность, она, в общем-то, ничего толку до сих пор не дала нам.
Ну вот, может быть, такое, у нас уже вопросы пошли, давайте, одно. Николай Кириллов задает вопрос, каковы заслуги российской науки в создании системы GPS? GPS, ну, GPS это не наша разработка, насколько я знаю, это все-таки американская, наша система ГЛОНАСС. Угу. Развивалась, и она вышла на уже в космос, и сейчас она используется. Это наше самостоятельное, потому что, не дай бог, что-нибудь GPS отключат для нас, вот, или будут наводить не туда, куда надо. Поэтому своя система с точки зрения национальной безопасности, она необходима, и она существует. Угу. Ну вот сейчас поговорим об актуальных задачах все-таки. Чем вызвано обострение напряженности в коллективах научных организаций в последние год-два? Все-таки это напряжение есть, и оно растет, вы это знаете. Да, безусловно. Дело вот в чем, что наука, фундаментальная наука прежде всего, которая должна поддерживаться государством, здесь... В 2012 году Владимир Владимирович Путин издал указы, серию указов о поддержке науки, прежде всего, и образования, где предусматривалось доведение до определенного уровня, примерно 1,77% от валового внутреннего продукта, финансирования всей науки в стране. На самом деле, вот мы говорили с вами, на сегодняшний день 1%. То есть в 2015 году это не было достигнуто, и до сих пор это тоже не достигнуто. Более того, процент немножечко сокращается. Снизится. Да, снижается. И вы бюджет смотрели на 2017 год? Да, я смотрел это все. Смотрел. На 2018 год теперь уже. На 2018, да? На 2019, вот те прожекты, которые были в прошлом году заложены, они предусматривают снижение, сокращение вот, финансирования науки. Ну, это вот та кудринская политика, о которой мы говорили, что она с 2002 года практически вот так и идет. Заморозить где-то на уровне процента валовый продукт. А фундаментальные исследования, они тоже заморожены где-то на уровне 0,15%. Вот и все. И вот эти 0,15, собственно, ученые как раз проблему и в этом видят. Что с одной стороны был еще один указ о том, что надо поднять зарплату ученых двоекратно, двукратно, по сравнению с регионом. Да. Вот. А денег на это государство не отпускает. Вот отсюда проблема. Либо, ребята, сокращайтесь, либо переходите на неполную занятость. Вот то, что директора сейчас стали как бы вот... Ну, мы знаем, сколько получают, да, ректоры, и знаем, сколько получают преподаватели. Ну, я бы сказал, что для Академии наук это не характерно, сколько это больше для вузов. Вот для вузов действительно там, где влияние и профсоюза, и как-то вот порядочность, я бы сказал прямо, порядочность, значит, тех людей, которые руководят вузами, она разная в науке и в вузах. В науке все-таки в большинстве директора более, так сказать, здесь и ученые советы действуют, и как-то профсоюз есть, у нас академический профсоюз, вот он более своих людей как-то защищает, чем, скажем, в образовании. Я реально с этим столкнулся, поскольку наше профсоюзное объединение, оно объединяет и работников академического сектора, и вузовского тоже. Вот. И есть разница. Но, тем не менее, вот вы знаете, все равно очень часто говорят о том, что вот денег не хватает, приходится сокращать. Вот буквально на днях я получаю такое сообщение. В ближайший месяц ботанический музей прекратит свое существование. Ботанический музей в Казани при университете. И приказ уже подписан. Штат, на минуточку, 1,5 человека. То есть руководитель... И сотрудник, ну, типа сторожа, да. И сократят стаж. Много ли на этом наэкономят? Но при этом все коллекции, говорят, передадут в зоомузей. Ну, вы понимаете, одни там собирали какие-то мхи, лишайники. Ну, это можно провести параллель, как с этим, с коллекцией Вавилова, да? Во время, да, ленинградской блокады старались все сохранить, а сейчас и 120 тысяч экземпляров будут переданы чужому дяде. Ну, будет тот, кто занимается там кошками и мышками, хранить вот эти вот растения, флору. Ну, зачем? Скажите, пожалуйста, какая, вот что это за экономия?
Ну, просто это вот не укладывается в голове. Ну вот как раз национальные проблемы сохранения своего генофонда, сохранения своих коллекций. Это очень важно. Это вот торгаш он не поймет этого. Ему только, опять же, вот только прибыль в глаза и все. А то, что каким образом будет восстанавливаться или развиваться именно на тех территориальных условиях, которые присущи нашей стране, вот это такой заботы они, конечно, не проявят. И вот для того, чтобы обратить внимание хотя бы общества на это, мы проводим массовые акции. Вот была Конгрессом работников образования, науки и культуры объявлена такая акция. Вот практически уже третий месяц она как объявлена. И в ходе нее есть такие активные выступления. Скажем, в конце июня была акция профсоюза работников РАН, как раз в поддержку финансирования науки. Она прошла, но результаты вот сейчас можно уже подводить, поскольку были обращения в адрес президента, были обращения правительства. Но кончается это все такими отписками. Вот я могу даже продемонстрировать. У меня ответ последний, который... Я тоже прочитала этот ответ. Смотрели, да? Смотрела. То есть, знаете, мы ставим 9 требований. Вы про Фому, а вам про Ерему. Нам что-то на один из 9 пунктов отвечают. Причем мы просим или предлагаем, тут слово «просим» неуместно. Значит, мы предлагали и требовали на митинге. Давайте организуем рабочую группу, которая рассмотрит все вот эти вот положения, что в науке творится. Потому что все обращения, которые мы проходили снизу уже, через министерство, через ФАНО, через Думу государственную, это все, оно не работает, поскольку власть у нас фактически, все знают, президентская страна. Поэтому здесь у нас... Ну, Владимир Владимирович, некогда, он сейчас щупает, ныряет. А его клерки отвечают, что вот на этот пункт мы вам ответим, остальное идите в Думу, значит, идите опять в это министерство, которое не реагирует на это. И оно, в принципе, не может. Тут межведомство должна быть организована рабочая группа, и мы это предлагаем. То есть, по существу, клерки не, даже в администрации президента не реагируют на содержание того, что мы к ним обращаем. Это кто сказал, что если хочешь победить противника, воспитай его детей? Так вот здесь, если ты хочешь победить, ты просто уничтожь науку, уничтожь образование, и все, и ты считаешь, что ты победитель. Да, идет процесс вот тихой подмены, значит, образование у нас, воспитание детей в другом совершенно ключе. Вот то, что готовит высшая школа экономики, то, что готовит специалисты, так называемые, из, трудно сейчас выскочило у меня, ну, по крайней мере, есть такие программы, которые нам поперек горла, как говорится, и Конгресс работников образования, науки и культуры этим озаботился, и как раз вот в ходе этой акции мы эти вопросы тоже ставим, что образование должно быть, не просто вопросы должны быть сведены к зарплате педагогов или ученых, а вопросы стоят о том, что стратегически важно и необходимо для развития страны. Вот эти вопросы мы ставим, а администрация президента отталкивается от этого. А вот в администрации президента задуматься бы надо. Вот опять совершенно свежая, вот буквально несколько дней назад поступила информация, что учебное авиационное командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов, между прочим, опубликовало контракт на покупку образцов РНК. Это живых тканей россиян, европеоидной расы. Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок США. А вот как вы думаете, зачем? Потенциальный поставщик при передаче образцов в распоряжение учебно-авиационного командования должен также предоставить информацию о состоянии здоровья этих доноров, тех, кто предоставит эти
ну, не органы там, а образцы тканей. А вот как вы думаете, зачем военному ведомству знать состояние здоровья и ДНК, РНК молодых людей России? То есть, и что? А там они говорят, у них идет фундаментальные, у них идут фундаментальные исследования. Для чего? Военному ведомству. Ну, военные ведомства ведут массу исследований, и не только они, но и университеты. Вот как устроена наука, значит, в Америке, это через университеты. Она не такая, как у нас. И часть работ, большая часть работ идет закрытая. Они даже не публикуются. Вот то, что у нас тенденция такая, вот вы публикуетесь, да еще публикуетесь в западных журналах, вот это как раз выдача, так сказать, своей информации. Вот чем мы занимаемся, под контроль, значит, вот тех. И тогда мы друзей. Рейтинг присвоим вам. Да, мы вам рейтинг присвоим и даже денежки тогда заплатим. Вот. А что вот такие вот исследования, которые, понятное дело, что они носят характер против нас на самом деле. Вот то, что первая догадка, это работа с нашим генофондом. Так, а еще, как его преобразовать, как его, ну, что-то такое есть. И, кстати, вот эти, они там обратили внимание на то, что образцы с Украины рассматриваться не будут. Только тех, кто живет в России. Вот это одно. И, кстати, у этой компании единственный филиал есть, который расположен в городе Москве. Угу. Вот почему-то другие страны их меньше интересуют. И еще, они должны поступить, эти образцы, от различных доноров, от людей с отрицательным анализом на ВИЧ, гепатит Б и гепатит С и на сифилис. То есть должны быть здоровые молодые люди. Ну, там очень сильно развита трансплантология. Так. Значит, нужны кусочки. Значит, посмотреть приживаемость там, видимо, так. Я вообще-то не специалист, конечно, в генетике. Я могу так на бытовом уровне просто порассуждать. Вот, на эту тему. Но опять же, фундаментальная наука. Значит, на это выделяются деньги. Но это изучается самым серьезным образом. Это значит, что тут уже не кухонные разборки на самом деле, а глубокие генетические исследования и выводы, которые будут делаться из этих исследований. Вот. Поэтому нам надо свои меры принимать, надо свою науку развивать и поддерживать, для того, чтобы было хотя бы понятно, что они хотят, какие мысли у них там, какие у них разработки могут быть, чтобы можно было прогнозировать. И вот этим должна наука заниматься. Собственно, Израиль и Европа тратят большие деньги, вот эти 3-4%, именно потому, что они знают, что нужно свою науку собственную иметь. Но здесь, несмотря, если учесть, на... что это военное ведомство, то почему не предположить, что готовится, ну, предположим, этнооружие? Ведь может быть такое. Ну, почему бы и не предположить? Я лично в этом, конечно, не силен, но не исключаю такой возможности, что, значит, такие разработки ведутся. Вот. Значит, и нам надо адекватные меры предпринимать, чтобы... А мы выделяем, сколько там, 1,13% от ВВП, да, на это... науку. 30, какое сейчас, 25-е место в этом, по некоторым параметрам 34-е и так далее. Вот у вас интересные графики вы принесли, да, как это... раз по, можно проследить, сколько денег выделяется на научные разработки в странах, в Китае, предположим, в Израиле, в Корее больше, чем в России, в Польше, а вот интересное. Ну, это динамика финансирования фундаментальных исследований у нас в стране, вот, которая показывает, что вот с 2013 года неуклонно у нас фундаментальные исследования падали. Вот этот график показывает, что у нас стабильно не менялась, не индексировалась сумма средств, выделяемая на фонды. А вот этот график показывает, что фундаментальных, остальное, вот это, значит, кривая,
Понятно, сокращение. Да, субсидии ФАНО, которые шли на академические институты. Понятно, говорили, ФАДЭ, будет ФАНО, вам будет больше денег. Да, вы ничего не почувствуете, вы только у вас отдель, это академиков, а вы ничего не почувствуете, у вас все будет хорошо. Вот мы видим, что график такой вот спадающий. Угу. Это стабильный, а на все остальное, ну, немножечко какой-то рост есть. А все остальное такое. Такая, знаете, синусоида. Да. От больной скорее жив, чем мертв. Нет, да. То есть вот перераспределение фундаментальных исследований пошло в сторону, значит, так, других. Так, что предлагают профсоюзы для изменения ситуации? Профсоюзы говорят так, что раз нас не услышали 23 июня, значит, мы должны выйти на массовую акцию в конце сентября. Угу. Вот. Причем акция должна быть более мощная и более сильная. И мы призываем принять в ней участие не только ученых, но и образование совместно провести, поскольку там тоже не все сладко, не все гладко. Педагоги криком кричат о том, что зажимают образование, идет сокращение кадров. А денежки, которые остаются, они не очень пропорционально распределяются между педагогическим составом и руководством. То есть идет накал страстей, и этот накал, конечно, должен быть поддержан, вообще говоря, и в более широком смысле. Что не в одних зарплатах, я повторюсь, а дело в том, что стратегически важно нам свое образование развивать и свою науку. Вот для этих стратегических направлений важно, чтобы подключились и люди, которые даже непосредственно к науке и не имеют отношения или к образованию. Но уж, а как подключились? Что это? Митинги? Митинги будут, может, письма, мы хотим какие-то марш. Вот, кстати, американцы, тут надо им отдать должное, организовали всемирный марш в поддержку науки. И они этот марш в апреле провели в форме походов по разным городам и весям. Ага, это Соединенные Причем Штаты, не только в Соединенных где Штатах, а этот марш прошел по всему миру фактически. Вот. Наше объединение, кстати, РКК «Наука», оно тоже заявило о присоединении к этому маршу. И я думаю, что мы в духе аналогичного марша, причем это не у них первых, вспомним наши марши 90-х годов, это наша затея была тогда. Вот придется на это идти, чтобы раскачать население, раскачать власть нашу, которая так безобразно относится. Ну вот вы скажете, приходите на митинг, придет 100 человек. Ну и что? И никто вас не увидит, не услышит. Голос единицы тоньше писка. Ну, тут уже, конечно, от народа зависит. Если народ хочет самостоятельное существование или рабское существование, тут он должен уже выбирать. Вот. Угу. Еще у нас вопрос. Анатолий Степанович, к РАН тоже есть много претензий. В частности, отсутствуют практические лифты наверх молодым ученым. Большинство президиума старцы, сродни позднесоветскому политбюро. Что скажете? Ну, скажу то, что не старцы только делают науку. Наука в основном делается все-таки в институтах. И в институтах должна работать система, которая предусматривает возможность вот этих лифтов. Фактически сейчас узаконено то, что к руководству институтами не допускаются люди старше 65 лет в отдельных исключительных случаях, там, по решению самых высоких инстанций, только там до 70 лет может быть. Но 65 это предельный возраст сейчас. Поэтому говорить о том, что нет этих самых лифтов, значит, Академия наук. Академия наук, там есть и членкоры, и академики. Вот. Ну, такой порядок сложился, значит, насколько это важно для человека стать академиком, не знаю. Лично я таких очень амбициозных, что мало знаю людей. Слушайте, а вот вы же знаете про все эти скандалы с диссертациями. Как сами оценивают ученые это? Когда любой политик, там глава района, он должен быть кандидат, он быстренько пишет кандидат экономических наук. Обычно экономика думает. Ну, это безобразие, и, конечно, это совершенно
дисквалификация, по сути дела, значения ученых степеней, которые показывают именно направлены на определение научной квалификации людей. А когда это пишется за деньги, когда это вот пошло то, что вскрывалось там в Министерстве образования даже, эти безобразия торговли, когда фактически шло этими степенями, конечно, это безобразие. Но для настоящего ученого важно, конечно, признание, важна свобода творчества его, важно, чтобы он имел материалы, эксперимент, чтобы он мог поставить, аппаратура, чтобы он, ну, у разного, кому мыши нужны, кому нужны приборы, кому нужна экспедиция, выезд там археологический или дистанционное, вот у нас зондирование, когда занимался, значит, своими исследованиями, защищал диссертацию, это были экспедиции, выезд на торфяные разработки, скажем, там мы делали. Вот такие вот работы должны поддерживаться, потому что новизна приходит только через эксперимент. Нельзя, сидя за компьютером, открыть что-то новое. В отдельных случаях можно. Скажем, когда вы анализируете там, ну, какие-то гуманитарные могут быть исследования. А вот выход на природу, выход на ядро или в космос, это большие затраты нужны. И чтобы держать мировой уровень, здесь нужны расходы государства. На уровне 4-5%, по крайней мере, от валового внутреннего продукта. Вот мы смотрим, да, у тех стран. Кстати, Китай показывает вот эту очень позитивную динамику. От ВВП у них было еще 3 года назад было 1,3% от их ВВП. Сейчас 2 с лишним, 2,6, по-моему. Страна ставит амбициозные цели перед собой, и руководство страны эти стратегические цели отслеживает, идет, решает стратегически важные задачи. А у нас только декларируются цели, а реально, когда политика уже реализуется, значит, вот идет... А, я не такой... помню, кто это предлагал, 4И инновации... И что-то Ну, это при Медведеве было инновации, там что-то еще. Что-то 4И. Ага, и где они эти? Ну, я уже забыл, как там 4. Видите, как быстро все забывается, даже не... Да, ну, при Медведеве надо отдать должное, так сказать, финансирование фундаментальных исследований было максимально. 0,22% от ВВП. Вот, это было такое достижение тогда. Как 0,22? 0,20 фундаментальных исследований. Ага. Значит, фундаментальные – это те, которые бизнес не финансирует принципиально. А вот мне непонятно, бизнес, вот посмотрите, как интересно. Допустим, нефть, газ, ведь тоже идут исследования, да? А эти фирмы, эти госкорпорации, ну, мы знаем, они какие... Они финансируют только нефть, ну... только газ. Ага. Только для себя. Вот это они финансируют. И нефтегаз, и наука, она действительно развивается. Но опять же, в прикладном направлении. То есть как лучше, добить, как лучше как выкачать лучше деньги. Выкачать, как передать ее лучше и так далее. Вот. Ага. А познание мира, познание общества, познание человека, вот, биология, генетика, живое, вот это все сейчас, это, на этом революция следующая идет и развитие. Так. Так, а вот еще у нас вопрос. Если власть сменится, то сразу будет необходимость кардинально поменять... Вот, если власть сменится, что сразу будет необходимо кардинально поменять в области развития науки? Вот какой вопрос. Интересный вопрос. Ну, это не обязательно ждать смены власти. Это сейчас надо кардинально менять финансирование, прежде всего. Вот финансирование, вот тот бюджет, который сейчас уже разрабатывается, он должен... резко быть увеличен. Но мало того, чтобы он был увеличен, что именно на проведение экспериментальных исследований. Потому что просто зарплату, мы же понимаем, что просто получить зарплату, это хорошо, но мало. И на развитие тех прикладных направлений, которые для бизнеса еще не подъемны, но для страны жизненно важны. А таких полно. Но меня почему-то так, это военно-воздушные силы США в своем внимании к здоровью россиян, так они меня взволновали.
У них, оказывается, уже сейчас есть более 200 тысяч различных образцов биоматериала. И еще что, в момент доставки подрядчик должен представить образец, удостоверение личности, указать пол, возраст, национальность, диагноз, дату хирургической операции, дату диагноза, то есть это медики должны на них поработать наши, симптомы, стаж курения, принимаемые лекарственные препараты, рост, вес и так далее. То есть ребята очень серьезно работают. Нас изучают, иногда чувствуешь себя, что ты под микроскопом, тебя изучают. А мы-то что делаем? Можем ли мы чем-то ответить? Ну, в общем, так, я понимаю так, что главное, что нам нужны деньги? Нужны деньги на исследования. А задания нужны какие-то, вот, чтобы были какие-то, ну, давались задания. Вот работайте над этим. Или просто сами сидят ребята, чешут себе затылок. Значит, опять вот наука есть фундаментальная и есть прикладная. Вот фундаментальная наука, здесь ученые сами видят, что надо исследовать. И они формируют программу фундаментальных исследований. Угу, угу. И государство финансирует эту программу. А вот то, что нужно на практике, то, что можно внедрить, те предложения, изобретения и так далее, там, где бизнес заинтересован в новеллах, вот это, конечно, здесь уже на паях могут финансировать, где-то больше государства, где-то больше бизнес. Вот, ну вот в советское время были программы, все-таки программы, задание такое-то, разработать это, там, предположим, работать на космос, там их конкретные крупные задачи. Проекты. Ну вот такие крупные проекты, они сейчас есть, они сформулированы, в общем-то. Пять таких направлений важных для технологического развития, они называются приоритетными. Вот. Под них вроде бы тоже говорится, что им преимущество должно отдаваться при финансировании, но опять дают сгулькин нос, вот как говорится. А, да, это, кстати, желающие могут прочитать. Это называется «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждена указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, номер 642». Можно прочитать и посмотреть, что там предполагается. Но вот что будет выполнено, это вопрос. Будет вопрос. Еще сейчас одна новелла, значит. Сейчас выложен для общественного обсуждения законопроект о научном, научно-технологическом и инновационном развитии. О деятельности, точнее. О научной, научно-технологической и инновационной деятельности. Вот. Призываю всех ознакомиться. На нашем сайте, на сайте профсоюза об этом есть информация, значит, я думаю, что мы будем сейчас максимально распространять. 2 месяца на размышления и подачу предложений, и здесь в этом направлении тоже мы можем хорошо вместе с обществом подумать над тем, что для чего наука нужна и как сделать так, чтобы был позитив, взаимный позитив и от науки для общества, и обществу от науки. Ну, вот еще один наш слушатель, зритель задает вопрос. Если власть меняется, что надо кардинально поменять? Руководящий состав? На местах руководящий состав? Что с ним делать? Ну, руководящий состав в образовании науки наверняка надо будет менять. Я не берусь, так сказать, против министра говорить, но там настолько сейчас корни проросли в этом министерстве, что... Конечно, это тяжелый случай. Известное да. Насчет рыбы, насчет головы выражение, да. Мы все это помним. Анатолий Степанович, спасибо, что вы пришли к нам. Вам спасибо за интересное ведение. Да, спасибо. За возможность раскрыть наши проблемы. Ну вот мы понимаем, что эти проблемы касаются на самом деле не только нашего гостя, как председателя профсоюза работников. Как еще раз? Работник науки, это если кратко, за сохранение и развитие научно-технического потенциала страны. И это не только касается Анатолия Степановича Миронова, не только вот меня, ведущей. Это касается всех нас. Будет развиваться наука, будет развиваться производство, будет развиваться промышленность. Ну, всем будем... будет жить лучше. Лучше. Во всяком случае, будем себя уважать. Не будем себя считать папуасами, туземцами, которые за какие-то бусы, побрякушки работают, чтобы купить то, что сделали в Китае, в Израиле, там еще в какой-нибудь стране. Спасибо всем, кто был вместе с нами, и давайте помогать друг другу. Во всяком случае, вот эти инициативы надо поддерживать. Это... Да, приглашаю на наш сайт, который будет тоже расписан, адрес его.
так назвать его РКК «Наука», через черточку. Вы найдете всегда, даже в любом поисковике, РКК «Наука», профсоюзное объединение. Все, спасибо, Анатолий Степанович, спасибо, кто этот час был вместе с нами. Передачу вела я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго, до свидания. До свидания.